Что тут на карте такое стрёмное? Такой подъем, подъем и просто обрыв непонятно куда. Так. И я уперся в землю, уперся. Давай, давай, ползи. О, я тоже выехал на асфальт. И попробую тогда я... Вот, я сейчас по асфальту поеду направо и, может быть, к той точке доеду. Было бы вообще идеально. Блин, тут узко между деревьями. Я не могу пролезть. Вот дерьмище. Я это между мостом чуть не провалился. Сейчас. Там мост есть? Да, тут мост, и он такой из двух частей как бы состоит. Сейчас попробую выехать. У меня одна сторона не углядела и провалилась. Не попал. В темноте. Так. Ну все, выехал. Слушай, прикольно жопу поворачивать лебедкой, так можно где-то проскочить удобненько. Заносит, да? Ага. Так, я что-то снова залез в лес, и что-то у меня жесть какая-то тут. Ты давай выбирайся из леса. Это не твое явно. Да просто если было светло на улице, так... Блин, туда все-таки асфальт, наверное, ведет. Так. Ну-ка опять развилка. Нет, не получится по асфальту доехать до точки. Опять придется в грязь. Что-то вот одна точка как-то замыкана. Слушай, я нашел, знаешь, что? Я дровишки нашел. О. Я не знаю, они пригодятся нам, нет, потому что, ну, они просто лежат. Бери все, бери все, бери запчасти, дрова, все бери. А как я их могу взять? Не знаю. Ну, они просто лежат сложенные, это может для антуража. Я просто подумал, знаешь, так издалека их увидел и подумал, что это что-то здесь будет, типа там лесоповал, лесопилка или что-нибудь такое. Но походу нет. Обманули меня. Так, я снова объехал этот лес и... Надеюсь, я куда-то выйду. Просто резкий подъем, я не знаю, где-то точка. Я просто еду куда-то вверх. Вон точка. Урал просто ползет с трудом. Да где же... Ну сколько можно уже вот... Неужели нельзя просто было сделать как-то более понятно, где находится эта точка? Я уже по третьей дороге еду и не могу доехать до нее. Так, а я к точке подъехал. Тут реально какая-то горная местность начинается. Ты прям возле точки катаешься. Ставь в центр надписи, она там будет в центре надписи. Нет, понимаешь, я же не просто катаюсь, я по дороге еду. Прикинь, да, такой, ты ее еще и видишь, но ее нет. То, кстати, там рядом пилорама у тебя была, походу. Так, я к следующей точке, она тут недалеко. Чуть-чуть так недалеко. 250 метров. Есть! Слушай, вот машины там есть, нет? Не знаю. Как-то обидно. Вижу. Есть, вот она. 73-10. Блин, придется мне туда ехать. Так, а как мне сюда доехать? Походу надо назад. Там на разве... Ну тут асфальт. Тут ты должен нормально проехать. Но я не знаю, какая там у тебя дорога. Но вот когда до асфальта доберешься. О! МАЗ! Да ладно! МАЗ стоит. Родной. Иди. Надо ехать к МАЗу. Обниму тебя. Мазик. Братишка. Причем этот с короткой мордой. 535. Мой хороший. Мазик. Блин, когда уже будет утро? КамАЗик еще! Да где ты там столько да находишь? Тут прям просто какая-то, я не знаю. Ты клад там нашел. Клондайк настоящий. А где они? Я не вижу их. А вот там, где я катаюсь. Это потому что не разведано, да, их не вижу. Да, ну не разведана карта, они поэтому на карте не светятся. Понял. Так, я просто поехал через лес. Ты маз взял, да? Не, ничего не взял. Болото? Нифига себе тут нарубил. Я ж заглох. У меня урон такой, что мне придется в гараже восстанавливаться, наверное. Это ты в лесу все, да, наполучал? Да, я сейчас елки сбивал на ходу мелкие. О! Стреляет. Прикольно. Спортивный так. Выхлоп. Так, я тогда поеду дальше открывать. О, я точку вижу. Главное доехать до нее.
Вот тебе в любом случае сюда придется приехать, по асфальтику можно. Потому что... Я думаю, может, поверху получится мне объехать, нет? В принципе, не бензина знаю. У меня много еще. Так, лужа, я утонул? Не, нет. Отлично. Так, ты, наверное, сейчас на карте видишь, да, эти две машины? Да. Как ты много открыл-то? Слушай, смотри, с лесоповала, как нам придется все объезжать. То есть мимо гаража все это тянуть. Но на мазе, в принципе, будет... А, вот здесь можно проскочить, но здесь просто жесть. Ну, я думаю, проскочим на мазе, да, проскочим. Думаешь? Да. Так, пилорама. Значит, будем пробовать. Ну, надеюсь, до пилорамы мне хватит. Так, там... а наверху что здесь есть? Я куда еду вообще? А съезди вот туда вниз, видишь, там одна неразведанная, такой круг огромный. Ну ты, в принципе, можешь сюда на верхнюю заехать, а потом вниз поехать. Взять вот, вот это, та, которая к тебе ближе, ну, возле понял, пилорамы, как бы. А потом вниз поедешь. А я сейчас поеду та, которая сверху, слева. Ну вот какая-то вроде дорога, наверное, это как раз туда идет. Или это не дорога? Нет, это не дорога. Так. Ну сейчас я верхнюю тогда открою, и там видно будет. А это что такое? Так, надо фары врубать. И это тоже не дорога какая-то. Так, где перед, где зад? А ты видишь дороги, которые я открыл? Ну как вот по дороге я еду? Нет. Не видно, да? Ну, в общем, тут все соединяется асфальтовой дорогой. Вот я круг проехал. Угу. Сейчас я до конца открою. И самое обидное, что ни до одной вот этой точки нет нормальной дороги. Зачем нужен этот асфальт в круг? Все открыл, да, все я открыл. В принципе, мне тут близко до этих двух моделек, может, я до них докачусь. Когда? В принципе, ты можешь от точки к ним еще подъехать. Я так думаю. От какой? От той? Да, или нет? Мне просто, чтобы не возвращаться. А, ну, решай. Сейчас, наверное, быстро докачу, они близко пока. Да я дорогу искал, но дороги тут нет. Придется опять месить говно. А что там за модельки? Эти две, МАЗ и КамАЗ. Два брата. МАЗ и КамАЗ. Два брата-акробата. Так. Где тут? Ой, лужа какая-то неприятная. Ой, неприятная. Ура! Рассвет. Как мне эта ночь уже задолбала по этим лесам кататься. Так, все, МАЗ я открыл. МАЗ есть. Просто вдруг придется там что-нибудь восстановиться в этом гараже, чтобы мы сразу с тобой взяли. И погнали. А, слушай, подожди, нам же этот. Может, гараж там еще будет, там, где я приеду. Я уже забыл совсем. Ты пока в гараж не возвращайся. Я не собираюсь пока. Так. Но у меня тут что-то а-ля дорога. Сомнительного качества и происхождения. На, еду по ней. Надеюсь, она меня выведет на путь. Мне кажется, он, если будет гараж, то он будет где-нибудь в центре, вот здесь вот, где самое большое. Не, в центре он обычно не бывает. Нет? Не, его обычно где-то по краям там лепят. Слушай, вот рассвет мне так нравится, такой вот этот оттенок голубой прикольный. Такие вот насыщенные тона. Дымка такая. Неплохо видно, но красиво. О, ну начинается. Чё там? Дрова валяются, за дерево зацепился, проехать не могу. Так, вот это чё такое, дорога или нет? Так, и куда мне поехать? Так, я тогда вот сюда куда-то поехал. Налево или направо? Налево, подобие дороги, и, в общем, наискось. Поеду.
Хорошо, что здесь есть Маз. Он решит все наши проблемы. Абсолютно все. Ну, возможно. Так, вот. Аж в горле запершило от радости. Нашел дорогу. Конечно, сложно это назвать дорогой в прямом смысле слова, но направление, вот, направление. Нашел. Или сопилку нашел. Дороги такие огромные просто. Ой, пилорама. Разбитые, да? Ну, такие разбитые, широкие. И прям чуть ли не озера прям на этих дорогах. Ну вот я примерно то же самое сейчас наблюдаю. Здесь вот. Так, и точка где-то в лесу, просто в непроходимом лесу. Как туда заехать? Мне кажется, блин, я к заправке так поехал. Нет, это неправильная дорога. Значит, надо назад. Я вот не знаю, как туда мне проехать. Куда? Так точки там... Точка есть, но лес просто непроходимый. Его конца не вижу. Сейчас попробую по дороге где-то так подъехать поближе, но мне что-то кажется, что мне вряд ли получится это. Да вот это уже ищу подъезд поближе и не могу найти. Гараж есть. Есть? Да, в районе заправки. Давай ты, наверное, сейчас даже сюда подъедешь, тут можно сразу отремонтироваться, если что, залить топливо, если у тебя меньше 200 литров. Меньше 200, да. Едь как раз вот прямо ко мне, едь по дороге. Гараж увидишь. Сейчас развернусь здесь и поеду. Хотел вот эту точку еще открыть, но не могу найти, не могу найти проезд. Этот что ли? Нет, это лес. Так, есть. Слушай, все, наверное, я попробую через лес здесь проскочить. Не, проскочи сначала в гараж. Думаешь? Да. А потом назад возвращаться. Ну ничего, я сейчас точку еще тут открою возле пилорамы. Если что, вдвоем там проскочим, я как раз за той точкой, которая у меня не открыта. В район заправки ехать, да? Да, в район заправки. Ну там, где я сейчас. Я тогда, наверное, через верх сейчас проеду. Ну через верх, там дорога одна. Нет, вот с моей стороны. Ну ты не видишь просто где. Ну да, я сейчас карту не открыл. Ну, в общем, через жопу я сейчас поеду. Ну ты сейчас видишь, куда ехать. Наверное. Вот я здесь уже ехал по этой дороге, начинал путь. Может, ты тоже по ней ехал? Вот по асфальту и как бы налево уходит, ну, такая... прям сверху я не катался там. Нет, не там, значит, ехал. Ну ладно, надеюсь, что я проеду здесь. В принципе, он по кузову в грязи, но ползет. Уверенно. Это не какой-нибудь УАЗик, который просто там... маленькая лужица сразу начинает тонуть. У меня морда вся разбитая в хлам просто. Не, у меня как вот в речке я получил 68, так и держится. Так, а точку ты так и не нашел туда? Нет, не смог через лес пробиться. Если сейчас что, будет, давай тогда я сейчас поеду на вот эту, которая ближе к нам, а ты поедешь на дальнюю, да? Например. Которая в середине? Да, если ты на эту, на центральную не смог пробиться. Ну, не на центральную, а та, которая у тебя сейчас стоит метка. Давай. Я на нее, вот, а потом... По-моему, сейчас как раз-таки на нее вот поворот есть здесь, но я тогда сначала доеду до гаража. А потом на модельку я поеду. Сейчас просто в гараже как раз... А нам хватит открыть, нет? Конечно, я ж привез, я два привез, и ты два везешь. Как раз, да? Да. Все четко у нас. Ну и все, можно тогда я заправлюсь. Лес. Прикольно то, что два гаража, можно туда-сюда, туда-сюда. Ну да, там разбил, там починился. Заправился, восстановился. Чё хочешь? Угу. Ой, я тебя вижу. Ну, я вижу я тебя вижу, а ты меня нет. Да, я тебя не вижу, но я вижу гараж. Так. Ну, наверное, я и не утону здесь, вот в этом болоте. Ты видишь болото? Вижу.
Ты так сходу берешь его, да? Да. Решил. Да, нет, вроде бы не глубоко. С разгончика взять на всякий. Не, нормально, можно ехать. И вот мне кажется, сейчас как раз оттуда будет дорога, вот где я проехал. Там есть поворот. Мне кажется, как раз на ту точку будет. Фиг его знает. Ну, надо проверить. Потому что по лесу вообще не вариант. Я заехал там. Ну, то просто еще кузов плюс мешает еще, потому что ты кузовом где-то цепляешься. Да, да, согласен. За деревья это вообще жесть. Ладно, там мордой цепляешься, но когда ты кузовом начинаешь цепляться, ну, вот этим бортами этими. Так. А ну-ка, стой. Давай. А чё я не могу разгрузиться, почему? А ты остановился, а потом там у тебя высветится разгрузить? Я остановился, да, но у меня не высветилось. А ты в точке или ты дальше заехал? Ну вот я в точке, рядом с тобой стою. О, всё. Есть! Ура! Можно ехать, свобода! Так. Что мы с тобой решим? Все, ты едешь на ту, которая ближе к центру карты, точка, а я еду та, которую ты не смог взять. Вот, и заодно заеду за машиной закрытой. А ты, кстати, вот отсюда ты можешь сейчас поехать открыть те две машины и поехать на ту точку, которую никто из нас не трогал. А какие две машины? Я открыл уже. КамАЗ и МАЗ ты открыл, да? Да. А, ну тогда ладно. Тогда только на точку вид. Вот 7310 я не открывал, по-моему. Да. А как ты подъезжал и не открыл? А я не подъезжал там. А, ты его видел, но не подъезжал? Да, я открыл вот здесь вот. Ну, в смысле, ну не ехал я там. Угу. Поверху тебе тогда надо ехать сейчас, здесь по грязи. Нифига себе этот говнишка. Но он уверенно идет по нему. Так, как мне лучше проехать там? Я, наверное, тоже сейчас по этой дороге поеду до асфальта. И по асфальту туда в центр поеду. Асфальт, кстати, отсюда даже видно, фонари горят сразу там. Ну, асфальт прям человеческая дорога, он идет по нему отлично. Что-то заправку проехали, я даже не видел, что там заправка есть. Так, дорога так, как туда так проскочить? Что так уходит? Так тебе надо было вот здесь уходить, вот смотри, где я нахожусь. Типа с заправкой ходить? Мне кажется, да. Вот здесь, потому что есть... А может быть, она и на заправку, кто его знает. Да, вполне вероятно, что это на заправку дорога просто. Не, дальше прокачусь по асфальту, там, наверное, ближе будет. До точки ну, попробуй, еще... Попробуй там. Там метров и метров. В принципе, ты по лесу опытный человек ездить, так что можешь через лес там... Через лес вообще немножко проехать. Просто если бы этот лес еще адекватный был. Ну, захотел адекватного леса. Да, даже без дифа вообще идет по грязи. Уверенно. Я сам я цепляюсь. Так, сейчас мы откроем, и тогда можно уже начинать возить, да? Угу. Запаска вот эта справа, которую я понял, зацепился. За что? За дерево? За дерево, да. Она отрывается, нет? Не, я заглох. Это странно, когда ты цепляешься запаской и глохнешь. Все, видишь, как все просто оказалось. Че, открыл ты? Ну да. Блин, ну ты просто красавчик. Так. И ты через лес ехал, да? Ну так, чуть-чуть там проехал через лес, буквально там 2 метра. И все.
Так, ну что? Я сейчас из него выезжаю, еду за машинкой. Ой, не в ту сторону еду. Я как блондинка, которая купила права. Чё? Ну не в ту сторону еду, чё. Посмотрел, куда надо. Все такое, все туда ехать надо. И еду в другую сторону. Нифига себе этот яма. А, там МАЗ вот этот с длинной мордой. Ни хрен. Ого, спуск. Тихо. Потихонечку. Прям автотриал какой-то. И камней просто валом. Я по ним хоть проеду? Ой, не знаю, блин, тут река еще. Может мне по реке ехать? Потихонечку так. Ну, сбоку, знаешь. Так, вот мост. Ладно, понял. Если есть мост, значит надо ехать по мосту. Так, ну ты, в принципе, можешь уже возвращаться за машиной, я могу мотнуться. Да. За а точкой. Я дорогу нашел. Да? Да. Я тут по течению по какому-то еду. Такая яма возле МАЗа. Но этот МАЗ вроде бы как мощнее, но он неудобный, он морда слишком длинная у него. Зачем он тогда нужен здесь? Ну, чтоб был, наверное. Типа, есть такой МАЗ, пользуйтесь. Не, ну знаешь, я просто как думаю, наверняка они задумывали, типа, вот эта модель нужна для этого, вот эта машина нужна для этого, вот это для этого. А, ну там вроде бы в гараже можно поставить такую хреновину на него, типа, что он чуть ли не машины может поднимать краном каким-то. На себе перевозить, да? Ты про эту? Да. Такую, да, я видел. Вот, я вижу контрольную точку. Че, все что ли? Да. Карта пройдена? Только съехать надо аккуратно, тут спуск просто жесточайший. О, все, аккуратненько. Разведал? Горы начались. Да, сейчас почти доехал уже. Все. Есть, Explorer Coast. Это невероятно. Музыка, да, крутая такая играет. Ага. Так, все. В общем, у меня все готово. Я могу переместиться в гараж или бросить машину здесь. Нет, в гараж. Вот видишь, поставлю. Где гараж? Я же говорил, что в середине есть гараж. В середине. Вон, видишь? Еще один гараж, вы что, издеваетесь? Но его же не обязательно открывать. Обязательно? Да ладно. Серьезно? Блин. Короче, смотри, ты в гараж не едь. Я сейчас перемещаюсь в гараж верхний, беру тележка, фургон с этими частями гаража. Я боюсь, что ты не проедешь с ними здесь. Мне кажется, проще будет нам также с тобой вдвоем сейчас взять и съездить. Потому что посмотри, там ни дорог, ничего до него нет, до этого гаража. Как-нибудь есть? Ну, нормальных-то, мне кажется, нет. Ну, попробуй. Попробуй. Я себе уже маршрут расчертил. Я уже в пути. А мне обязательно открывать модель или не обязательно? Модель обязательно. А, в том гараже модель есть. Блин, ну это плохо, конечно. Модель обязательно. Для каждого. Интересно, что там хоть за модель? Он там, наверное, крас какой-нибудь. Какая именно? Ну, я же говорю, наверное, крас в том гараже центральном. Ну, вообще обычно на картах, ну, один гараж, там, два гаража, ну, три гаража. Я про модель вот эту, вот, которую ты говоришь, МАЗ длинный, я же его тоже не открыл. А. Блин. Не, а возле гаража какая-то модель там еще вроде бы как написано. Да, я вижу, да. S255 или C255. Я не знаю, что это такое. Так, ну значит мне тоже надо туда доехать сейчас будет. В принципе, вот она. А тебе дорога. Не обязательно туда ехать. Я сейчас гараж открываю, ты туда просто переместишься. И все. Но мне кажется, мне ближе до него доехать, да? Не знаю, тебе проще к МАЗу съездить сейчас. За МАЗом тебе в любом случае ехать. Так. Ну, тоже верно, тоже верно. А к тому ты просто переместишься и все. Так, а как мне тут проехать тогда лучше будет? Сейчас я назад, наверное, если смогу, вернусь. И попробую. Ты там через верх ехал к той штуке, да? К тому МАЗу? Ну, да, через леса какие-то непонятные, там через какие-то спуски огромные. Понятно.
Так. Нифига себе, слушай, что-то вот эта лужа мелкая, которая ты говорил, она не страшная. Ну и что там? В ней, походу, можно Урал утопить. Да ладно. Так тяжело с прицепом идет по ней. Мне кажется, все дело в прицепе. Не, она просто после меня разъехалась, я поехал по своим же следам. И все, да? Да, там просто так садишься жестко. Блин, я не могу выехать отсюда. Ох. Наверное, мне проще восстановиться в гараже и доехать там по асфальту сколько можно. Тут просто горка такая с камнями, я не могу выехать из нее. Спуститься-то я спустился, я же тебе, помнишь, говорил, там спуск такой лютый. Угу. Вот спуститься я смог, а вот... Так, выехать или проблема, вот, да? Или вот, или получается, нет, это не туда. Проблема не то слово. Ладно, я не буду тратить время, я быстрее из гаража доеду. А ты части не бери, ты возьми себе там, я не знаю, там ремонтные там или... Да хотя, наверное, тебе ничего брать не надо. Да, мне кажется, я так быстрее сейчас поеду. Порожником быстрее будет. Давай. Давай, давай, поехали. Чё? Маленький камушек, и он все остановился и стоит, думает, как переехать этот камушек. Так, а мне уже, в принципе, наверное, осталось недалеко. Нормально проезжаешь там? Да, проехал. Ну, в одном месте там было такое, думал, что стану, но проехал хорошо. Медленно, но уверенно. Все, асфальтик. Так, мне надо вот сюда. В принципе, сейчас я вот здесь тогда поверну. И там поверху проеду тогда. До модельки. А, вот он мостик, про который ты говорил. Нашел? Да. Маленький такой. Маленький, реально маленький. У меня еще прицеп тут. Он подло маленький. Мостик. А прицеп не маленький. А мостик маленький. Сходу, давай, сходу. Я даже не хочу на прицеп смотреть. Блин, да я миллиметровщик. Да если сам проскочишь, там прицеп тоже проскочит, я думаю. Я на подъем с прицепом выехать не могу. А, резкий подъем был, ладно, нормально. О, тут это лужа тут. То раскаталась она уже. Все, можно считать, что гараж открыт. И здесь стоит КРАЗ. Ну, КРАЗ он как-то это... На фоне МАЗов он как-то теряется. Ну да. Как Урал, только КРАЗ. Мне кажется, он даже хуже Урала едет. Не знаю, в нем врезался. Блин, я застрял в нем. Сейчас любители КРАЗов возненавидели меня за такую фразу. Так, тихо. О-о-о! Тан-дан-тан-дан-дан. Поселенец на побережье. Так, ну все отлично. КРАЗик. КРАЗик открытый. Да, но по-любому он открытый. Все, я могу с чистой душой переместить машину в гараж. Ты по дороге себе проложи маршрут, там проскочи и все. Да, я еду по дороге. Нет, это просто ты наискось, а можно же по дороге там несколько точек поставить. Так, я тогда сейчас восстанавливаю в гараже Урал. Беру сейчас МАЗ с короткой мордой, а он без бенза. Я его ставлю в нижний гараж, потому что ближе к лесоповалу. Правильно? Да. Или нет? Нижний. Подожди. К лесоповалу. Да. Это нам во все пилорамы нужно отвезти, правильно? Да. Но у нас за раз сколько? 8 или 4 может он вести? Конечно, можно с прицепом поехать.
Ну, не знаю, не знаю. С прицепом это. То еще удовольствие, наверное, будет ехать на нем. Но можно попробовать.